Ребята, что в аэропорту продается купить, покушать? Вот такие рэпы. Это роллы Buffalo Chicken, очень вкусные. Сэндвичи вот такие с индюшкой, сыром, с ветчиной, наверное. Сколько он стоит? Я хз, где цена, ребята, где цена? Тут сыр, виноградики, парфе, страубери, это клубничные. О, сизер рэпы хорошие, очень вкусные. О, снэп. Острые. It's like a spicy pineapple bites. Для тех, кто хочет овощи, вот, пожалуйста, есть. Deborah, this is for you. Look, you got cukes, but they're not organic. No? Огурчики соленые, это авокадо тост. Можно на авокадо такого, как сыр. Но это чипсы разные, чизоты, принглы. Что здесь еще? Водичка разная, соки, газировочка, фритосы, доритосы. И дохера разных конфеток. Шоколадки Сиэтла. Мой любимый город в Америке. Можно очки даже купить и сэндвич. Вот это, кстати, очень удобно, потому что здесь лекарства. И одновременно можно зубки купить, почистить, помыться прямо здесь, вот раздеться, мыло взять с шампунем. И как следует намыть все, что вам нужно намыть. Вот такой магазинчик маленький в аэропорту. Книжечки, журналы, конечно же, приспособления разные для электроники, там наушники, хуюшники, массажеры,